Ребята, всем привет, друзья. Ну что, соскучились по рейсам? Ну и также с вами я, Андрей Сухин. Ну и сегодня поеду на такой Скании тандемчик. Наверное, вы не ожидали этого. Ну и сегодня, ребята, поеду я от Осло до Линчопинг. Какой-то город такой. Но это Скандинавия, ребята, сразу говорю. И да, машинка не моя, мне дали прокатиться. Давайте так представим ПРП, да, типа я типа приехал в Скандинавию от России, очень много далеко от России, да, и приехал в Скандинавию. Мне доверили машинку, также, ну, как обычно, да, коллега на вот этой машинке работает, он ушел на отдых, у него выходной день, а мы работаем на такой красивой машинке, ездим, вернее, поедем. И запускаю Сканию. Также окна у нас тут все работает. Также, да, ребята, может быть, вы заметили уже, у нас уже началась осень в игре и, так сказать, и вид из окна. Вот, если смотреть, то где-то листья желтые, где-то уже, может быть, возможно, и нету. Вот. Также фары включаем и потихонечку выдвигаемся на Скании эрочки тандемчик. Так, тут нету. Возьмем встречную полосу, чтобы угол больше мне взять. И поехали, покатаемся сегодня. Так, отлично, Андрюша, ты просто красавчик. Вот, ребята, как это давно не играть в ETS 2, либо Euro Truck Simulator 2. Да, ну ладно. Как-нибудь сейчас будем делать. Открою окна. Хотя с тандемом, вот с вот этим маленьким прицепчиком, еще можно развернуться, попробовать. А вот если бы я бы ехал, не то я уже уперся обо что-то. Так, ну вот я, ребята, развернулся. Ну, ехай. Так, как я понимаю, нам тут налево. Да, вот как, ребята, в Евротрек Симулятор 2 давно не играть. Да, косяк в начале видеоролика моего, так сказать. Да. Ну ладно,
Выехали, и то хорошо. Поехали. Да что это такое? Как ролик записывать, то сразу кашель появляется. Что-то не то. Тоже какой-то косяк. Так, тут нам направо, как я понял, по навигатору. И потихонечку выезжаем. Так, слева сзади еще пока едут коллеги. Так, нам, как я понимаю, сюда. Вроде как да. А тут сюда налево точно. А то я тут впервые. Вдруг я не туда поеду, ребята. Просто, ребята, по России, там уже я привыкший кататься, уже знаю, как чего, да, куда ехать. А тут я впервые в Скандинавии. Так что надо очень аккуратно. Да и также, ребята, роликов-то давно уже не было по рейсам. Пишите в комментарии, как скучали вы, либо не скучали. Опа, Реноха поехала. А, она, вижу, в этом теперь... Как это получается, в дефолте, да, уже появилось. Едем дальше, перестроимся, потому что тут у нас сужение. Так, отлично. Ух, как тут... Машина-то подпрыгивает. Скания едет. Так, коллегу обогнали. Давай, 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 Скания, давай, давай. Ну, давай, давай, ты вытащишь эту горочку. Отлично. Просто красавчик. Просто отлично. Скания. Ого, как тут красиво. Да. Слушайте, тут красиво, ребята. Так, ну а я еду дальше. Притормаживаем. Отлично все. А тут красиво, ребята, у нас. Отлично. Надо будет тут обязательно еще по Скандинавии покататься, но уже на своей какой-нибудь машине. Вот. Едем дальше мы, ребята. Ого, как тут красиво. Да. Слушайте, неплохо. Давай, давай, Скания. Давай, давай, давай.
Затянешь ты на горку, затянешь. Отлично. Так, едем дальше. Притормозим, потому что коллега тут уходит направо на Мерседесе Актрисе. Так, отлично. Едем дальше. Перестроились мы. Просто там, ребята, сужение было. Так, отлично. Проходим. Девяносто, 91, 92, 88 едем. Ну, тут такая скорость. Только тут ямки какие-то, неровности. Вот тут уже более ровная дорога, без кочек либо ямок. Красиво, красиво. Тут, опа, притормозим. Ого, красиво тут. Да, я только так сказать, удивляюсь этой красотой, ребята. Так. Икс, едем дальше. Круиз-контроль. Спасибо, кто пропустил меня. Так, круиз убираю. Машинка сама катится. Давай-ка, Скания, добавлю тебе газу. То немного-то стало немножко тухнуть. Давай-ка, поехали. Поехали, поехали. На право, налево и прямо. Повернули мы и едем дальше. Так, а тут что у нас, тупик? А, нам налево. Окей. Хорошо.
Хорошо. Просто там, ребята, горел красный, и я почти не успевал. Но штраф не дали мне. Так, видимо, сюда, как я понимаю. Привет, можно заехать? Ну, давайте вот тут, ребята, я вот так заеду, стану. И все, вот так заехали мы. И все. Ну, а сейчас пойду узнаю у этого мужичка в синей куртке и в штанах, куда мне надо парковаться. А кому такой данный видеоролик мой понравился, то, ребята, лайк, колокольчик, подписка. И еще увидимся в следующих рейсах. Ну и с вами был я, Андрей Сухин, и всем пока.